Так, сегодня 29 июня, мы проснулись в 6 утра, пол шестого утра, и начали собирать вещи в машину. Наши для вещи. Того, чтобы переехать в другой город, в другой кемпинг. На полуостров. Да, на полуостров. Сегодня вот сейчас почти 9 утра, мы собрались и едем, покинули наш кемпинг Дуче и едем в Жульяну, в другой кемпинг. Еще сказать. Как вы знаете, как называется? По дороге мы будем интересные места снимать на видео, потом вам покажем. Далее? Да. Ну, очень интересно, где очень страшно ехать. Да. А я вам покажу, как Лена ездит, где страшно. Я ее посажу возле окошечка. Нет, я не сяду. До новых встреч! А вы хоть скажите, на какой мы полуостров едем? Пилищат. Пилищак или Пилищатцы, наверное. Я даже не знаю, как он называется. У них по-хорватски даже не поймешь, как оно произносится. Тата. Сейчас Амиш покажи чуть-чуть. Да, мерзкий город противный. Кто не видел Амиш, вот смотрите. Чтобы камеру далеко не вытаскивать. Здесь очень красивый, огромный город, скалистый. Как в Алантаре. Надо же купить черную машину в Хорватии. Ну, большого ума, что ли? Зато какая ТТ. Да. Андрей, аккуратно, он сейчас голову сломает назад. А он смотрит назад. Откуда я знаю, зачем? Они странно всегда смотрят, вот там набирают. Вот там вот есть, как это называется, замок небольшой, да, смотровая площадка. А замок, вот на этой горе мы были, вот на эту гору мы ходили, на самой верхушечке, там замок. Правда, мы ожидали большего. Да, уже? Так, похоже, мы выключаемся. Я остаюсь, поскольку мне сегодня нужно пространство. Ой, смотрите, какой скелет стоит. Судно, скелет судна. Сейчас сделаю ролик. По дороге мы заехали в Макарскую ривьеру, магазин. Чтобы разменять деньги. Дети смотрят мультики. Эй, мы не смотрим мультики. А что же вы делаете? Ничего. Сейчас поедем дальше. Всем привет! Сейчас мы находимся на границе Хорватии и Боснии и Герцеговины. Сейчас нас будут проверять документы. Очки у тебя съехали в сторону. Да и нафиг. Эти очки. Пипец, жарище, блин. Сколько там на градусе? Да на градусе 33. Думаешь, верить можно? Шесть, да? Шесть. Больше нет никого. Только шесть. Эстония или? Эстония. А, паспорт Эстонии. Национальность какая? Какая? Русская. Русская. Гражданства нету. Это без гражданства. Просто путаете? А мы на Пилищат. Пилищат. Жульяна. Мы 10 данных. А? Все, твой паспорт мусор. Угу. Они не понимают, что это. Угу. Ой, за нами. Ну, спасибо. Держи. Андрей, ты посмотрел все карточки на месте? Тоже что-то? Надо, да? Ладно, что вы? Давай. Обратно все. Чего такое?
получается, две таможни в одной. Там была хорватская, а это Босния-Герцеговина. Да, да. Спасибо. Вот теперь прошли еще и боснинскую границу. Все, мы теперь в Боснии-Герцеговине. Босния-Герцеговина всего там сколько на километров? 5-10 километров. И снова начнется Хорватия. Снова будет граница. Сейчас мы едем по Боснии-Герцеговине. А напротив Хорватия. Скалы. Такое похоже, очень похоже это место на кратер. Снова едем по Хорватии, Босния позади. Прохождение границы заняло, наверное, минут по 15 каждая, с одной стороны и с другой стороны. На въезде и на выезде, да? Если так можно сказать. Полностью. Да. Машины не досматривают, просто проверяют паспорта, даже техпаспорт на транспорт не спрашивали. Да, российские паспорта штампуют, сканируют и штампуют, печати ставят. А европейские паспорта вообще просто открывают, смотрят и закрывают. А серые вообще удивляются, да, что это такое. Да, увидев серый паспорт, они просто смотрят и не понимают, что это такое. Вот. Едем дальше. Бочоночки. Я уже объясняла, что это устриц ловит ферма. Мидии, Андрей сказал, здесь не ловят, а разводят. Вот фермочка такая. После 4-часового переезда мы наконец-то приехали в Жульяну. Вот, остановились в кемпинге тоже на берегу. Вот наша машина тут стоит. Под деревом встали в тенек. Место называется Жульяна. Это маленькая рыбацкая деревушка на берегу. Как в маленькой бухте. И здесь есть еще у хозяина вилла. Можно снимать номера. Можно жить как в кемпинге. Здесь есть беседка. Беседочка, можно сидеть, здесь Wi-Fi. Вот, вот сам кемпинг. Здесь туалет, душ. Можно посуду мыть. Здесь туалеты. Здесь женский. Зеркала. Все есть. Прескурант. Название кемпинга. И сколько что стоит. Во взрослый человек 30 кун. Дети 20 кун. Палатка 25. Маленькая палатка 20. Автомобиль 25, просто паркинг автомобиля 20, микроавтобус 25, прицеп жилой 30, дом на колесах 35, паркинг жилого дома 30, мотоцикл 15, с
спальном мешке 15, собака 15, электричество 30, холодильник 20, кондиционер 20 и холодильник 30. Вот здесь также есть, можно ноги мыть, можно умываться, раковины есть, зеркала есть. Здесь душ, кабинки, душевые кабинки, здесь туалет, можно в туалет сходить, там дальше тоже, там дальше туалеты, все цивильно, всегда все помойка. Здесь сам кемпинг, даже есть розетки, можно подключать электрику. Вот розеточки, подключаете электрику. Ну, люди тут приезжают уже много-много лет, они просто приезжают, привозят свои прицепы, ставят, и они здесь стоят. Этот прицеп стоит уже 10 лет. Этот, наверное, также. Дальше покажу, вот здесь выход к морю. Люди приезжают на целый месяц, живут здесь. Вот. Здесь выход. Там море.